А тим часом економіст Оля хвалить себе за те, що нібито органічно вписалася в когорту співаків. І поки нічим не видала. Вона у шоу-бізнесі новачок. Аж поки її блискучий план ненавмисно не зірвала знімальна група. Знаєш, ти помінялася систем? Ні, не знаю. Короче, Дорн, Іван. О, Боже! Я поклонниця, извините. Я поклонниця, реально. Я була просто у нас... Ну, не смейтесь, пожалуйста. У нас в городе приезжала и была 3 раза на его концертах. Я нашла все такие моменты, его словила, говорю, Иван, знаете, когда я стану знаменитым, мы с вами обязательно познакомимся. Представляете, какой ужас вообще. И варто было Олі змиритися с неминучим, как на неї звалилася звістка про еще одну суддівську заміну. Всех лучших собрали, боже мой. Ой, извиняюсь за нас. Я правда очень рада, это прям здорово. Приятно будет перед такими людьми себя показывать. И ненавистные Кондратюки и соседов. И она говорит, господи, куда я пришла? Здравствуйте. Здравствуйте. Я так рада, что вы со мной говорите. Я? Да. Я просто ваша поклонница и ваша Нино. Я очень рада вас видеть. Ой, спасибо. Ух ты, круто, очень приятно. Что будешь петь? Буду петь Адель «Skyfall». This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned in dread this moment, so overdue I owe them, swept away I'm so. Together, let the sky fall. When it crumbles,
фантастично! Я не думал, что у Ивана Дорна есть такие крутые поклонницы. Однозначно, да. Прекрасное исполнение. Да, хорошо, что мы встретились с тобой до твоей знаменитости. Я с удовольствием помогу тебе стать еще знаменитым. Спасибо. Конечно, да. Спасибо. Я позволю сказать буквально несколько фраз. Ольга, вы пели превосходно, но у вас есть непозволительная холодность. Вы должны быть ближе к людям. Не надменно я вам спою, и вы будете сейчас все у моих ног, вот как я умею. А быть теплой. Я поняла, спасибо. Я, чтобы Ольга не расслаблялась и учла именно мое пожелание, я скажу вам нет. Оленька, у спасибо, вас три да. В следующий раз, когда выйдете на сцену, выйдите и скажите, у меня есть два кумира из песенного жанра и один кумир музыкальный. И все будет шоколадно. Три да. Спасибо. Браво, Оля! Виват, Оля! Где ты ходила столько лет? Ты потрясающая! Просто спасибо. Это... Мне казалось, что все утратили способность вообще говорить, потому что ты спасибо. Так проникла и захватила всех. Это потрясающе! Блестяще! Я тебя аплодирую! Кричала спасибо. Браво, Оля! Умница! Молодец! Я тебя поздравляю! И ты очень теплый, светлый человечек. Да, соседа просто... Он любит, когда его так внимательно. Да, Сергей Васильевич. Я устроила свое замечание, Сергей Васильевич. Спасибо тебе, Олечка. Ура, ура, я на X-Factor'е, ура, спасибо. Сергей Васильевич, я учту ваше замечание. Буду работать над собой. Все самое интересное на нашем канале в YouTube. Смотрите.